Заповеди – это не идея, это данный свыше набор правил, которые, может быть, не хотелось бы соблюдать, но надо, да, вот там, прелюбодеяние, например. Вот. Все-таки идея – это то, что человек придумывает сам или общество, и за этим идет. Идти за заповедями, ну что за ними идти, они уже есть. Вот. Но я не согласен с вами, что национальной идеи у нас нет. Мне кажется, что сейчас она у нас как раз есть. И эта национальная идея, значит, показать всем козу. Выстоять в обстановке вот этого чудовищного давления со всех сторон. И это вполне себе идея, почему нет. А другое дело, что она не стратегическая, а тактическая, то есть на несколько лет. Но хотя бы такую у нас не было и такой.